Доброе утро всем. У нас сегодня солнечная погодка. Я перецепил. Сейчас мы подъехали на заправочку на эту же, на Хойерс. Вот она будет, наша Хойерс. Вот опять же машины, видите, как стоят еще с ночи. Потому что с парковками в Гермашке вообще печаль печалью погоняет. И вон, видите, баллоны у них газа нету, вот так они пользуются. Вот такими баллонами. Еще говорят, что мы хирургим. А у нас газ, плита, все дела. А мы еще жалуемся. И вот колоночка. Шестая этот. Как обычно, вон карточку вставляешь. Я уже снимал ролик. И будем заправляться. Погнали. Гляньте, какие старые машины. Опять проехали. Погода, конечно, шепчет. Подъезжаем к выгрузке. Положил очки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что творят? А тут кругом ремонты. А, как-то так. Поворачиваем. О, в этот раз здесь никого нету, отлично. Можно нормально завернуть. О, курит тело Porsche. Ребята, вот опять попытка номер три. Буду сейчас заезжать опять через это, потому что они же в прошлый раз ругали меня за то, что я проехал. Ну, а я не хочу там вон фуры, бусы стоят, сейчас тяжело будет задом сдавать. Будем пробуем опять, что они не заблокировали выезд. Петушары. Это чисто петушары немецкие. Оп, твои. Куда ты? Ну, сдавай, давай. О, перепуганная, блядь. Собака именно, она. Собацюра, блядь. Опа, керовник идет. Сейчас опять меня ушатают. Отлично, отлично. Отлично, ребята, в этот раз выезд будет свободный. Есть. И Димаська. Между, правда, прицепами этими тяжело, бочками этими пролезть было. Но ничего, все, керовник вон бежит, вон он, чтоб вы видели. Хай бежит дальше, это его трудности. Вам, наверное, уже заехать на эту территорию. О, они даже тут подсыпали, яму засыпали. А вот и Димаська приехал. Ну что, ребята, сейчас немножко просунемся здесь возле Ивечки. И будем в этот бокс сдавать. Назад. Вот, там тоже фура выгружается какая-то. Как-то так, прибыли на выгрузку. О, гень. Мы сегодня не работает, потому что сегодня у немцев праздник. Димчику шеф не сообщил. Стал, ребята, я так вот вдоль дороги встать, потому что здесь негде, я выехал, все посмотрел по этому городку. Ну, как-то вот так будем стоять. Ничего, сегодня отстоим, завтра у меня в 8 утра выгрузка. Церковь тут такая вот красивая. Как-то так. Ну все, ладно, стоим здесь, отдыхаем. Утро всем. Немного что-то проспал. Вчера здесь гроза была и дождь. Бог с хуем этом, где я стоял. И Демьян немного проспал. Теперь покушал быстро. Опять эти бочечки. Опять Демьян приехал на выгрузку. Даже пизде гаража до железной ела. Назад в бокс. Вот в этот. Опа, опа, тихо, тихо, Демьян. Чуть-чуть правее, левее вернее. Русско, ребята, растинтовал прицеп, раскрыл бок и поднял крышу. Вон. Здесь старая крыша, правда, поднимается не сильно весело. Погодка, конечно, парит опять, будет видно на дождь. Как-то так, вон мы в боксе стоим. Как-то оно. Вот она идет, вот такая вот выгрузка. Не могу особо снимать, не дай боже, он увидит. Будут неприятности эти. Один контролирует, другой выгружает. У них так в Германии. Под контролем все. Как-то так. Все происходит в этой жизни. Не может он выгрузить. Как-то мучается. Ладно, идем дальше, понаблюдаем. Выгрузился, ребята, пошел там, обмылся у них в туалете. И жду сейчас, пока мисс коллеги вот эти вот
будут выезжать, бо они загрузили там, видите, себе немцы. Ожидаем. Еду на загруженцию. Как обычно, дома, дома, дома. Клацают пышки, блин. Пробираю провод сильно низко. Над жарой провода эти возбухают и сильно низко висят. Так вот. Проезжаем какой-то городок. И вот мне надо сейчас повернуть вот в этот параулок. Хрен с ним. Но я про... Вот такие вот тут нюансы. Главное, чтобы я залез с ракой своей. Вот я залез. И вот такие вот улички узенькие, узенькие. Я пролазю. Капец. Это вечная какая-то жопа. Ладно, едем дальше. Где там эта петушиная загрузка? А мне уже здесь загрузку поставили 700 метров. Пиздец. Ладно. Вырвались. Взяли бумажку эту. Бумажулю там, сколько мне будет грузиться, и иду. Вон, смотрите, какой чувак приехал на какой-то чили. Тоже водилой работает. Старый такой дедочек. Такая башка у него. Не печальная. Еще и разокрашенная. Кожаный салон. Расцвет, смотрите, какой цвет у нее. Нифига себе. Полированная такая. Офигеть. Это так именно разрисовано у нее. Видите? Да, зачетная такая тачка. Вообще. Сдает наша. Встретил нашу машину с нашей фирмы. Сдает парень. Вот, будем грузить сзади картон сейчас. Увязывать я ремнями не буду. Ой, поржали с ним немного. Сейчас он встает, вот там вот. И будем загружаниться. Как-то так. А я стою на его место вперед туда. Погнали. Вот такой вот дурдом здесь. Вот опять рохля гружу. Вон, смотрите, сколько машин стоит. Капец полный. Картон. На картон попали мы. И вон чувак тоже приготавливается. Вот такой картон. Вон я уже загрузил немножко. И вон сейчас будем грузить опять. Металл будем рохлю. Вот так вот заталкиваем ее. Поднимаем. До конца нельзя, потому что сломаете палет и будете платить потом. И потянули. Чуть-чуть. Палеты не, это не стандартные идут. Да хрена затянул. О. Чуть-чуть надо приопускать, чтобы оно ехало. И вот так вот слаживаешь. Два так, поперек, один и так. Как-то так. Ну, как-то вот так и работаем. Работаем дальше. Перекусил. Стал на светофоре. Стоит. О, выезжаем опять через центр же. Потому что мне надо перебраться на ту сторону города. Чтобы перебраться, это надо выбраться так только. В последнее время идут такие вот загрузки у меня. Ну не только. Вот, доехали. Ремонты у них тут очень часто, они любители. Это муравейник мы называем на него. Смотрите, тут одно, потому что здесь все одно промышленные. Промышленность одна. Не в Германии тут полностью делается все на весь земной шар. Вот как-то так. Полетели дальше. Все, прошли ремонт. Впереди, видите, вон там заводы целая куча. И как-то так. Сегодня все, вон, посмотрите, какие мусорки. Я стал на паркинг. Напоминает Украину что-то. Уже все перед голландской границей. Как-то так. Заехал, остановился. Доброе утро. Вот после дождя такая погодка. Запускаемся. Будем сейчас ехать с Артемом. Как-то так. Все, заскакиваем в Голландию. Туман здесь такой вот сегодня. Проскочили границы. Попали в такой ландарик.
Выезжаем вот сейчас, где-то туман сильный, поэтому сильно не летим, едем по мале. Заехали, вон речечка с левой стороны, справа люди живут. Такая вот дорожка, и туманчик стоит. Видно, или будет дождь, или что. Речка. Дошли в какой-то причальчик здесь. Вон, смотрите, ничего себе, как сделана крыша. Да. Отлично. Звезды сегодня на нашей стороне. Ага, здесь уже грузят. Ага. Или выгружать собираются они. Баржи, баржи. У них все тут баржами ходится, видите? Базара нет. Красавчики вот это вот. У них баржи. Все сделаны, дороги эти. Под баржи все. Смотрите, пески, все баржами. У нас это бы можно было тоже все, чтобы работало, но у нас только хотят жить богатые. Ага, прикольно, смотрите. Продукты типа. Ну да. Ладно. Летим дальше. Завод какой-то. И тоже, видите, можно и водой завести туда, и все. Бочки какие-то, видно, сливные идут. Сливаются, ага. Это промышленность какая-то, мы заскочили. Светофорчик. Там туда было. Пошли, узнал я. И дальше. Он, парень тоже этот говорит, что не сюда. И не сюда нам. Едем куда-то дальше. Вот, вот, перешли влево, вот, вот, видишь, пешеходы, гуси пропустили, и едем дальше. Ой, работа, даже работа смешная. Вот эта фирма, или нет, что-то нам название другое. Да он будет в шоке, но нам придется выезжать и ехать. Не, работает, вон фуры стоят, выгружаются. Вот эта фирма. Идем сейчас будем узнавать, ребята. Как-то так. Приехали. Сейчас надо поставить подкат, потому что не будут выгружать зеленым, видите, не горит. И вот такие вот делишки. Все, отлично, здесь заехали нормальненько. Это мой велосипед, мое барахло стоит. Погодка такая сегодня, нелетная. Все, идем подкат ставить. И будем выгружаться. Как-то так. Погрузились и едем на парковку. В понедельник загрузка будет. Вот, ребята, стали на такую парковочку. Место покаместь. Так, это Голландия. Вон наши целая куча, вон стоят. Они здесь работают под Вальтерами. И вот смотрите, какая парковка. Артем будет стоять уже здесь до понедельника, я не знаю, может быть, и я до понедельника здесь останусь. Конечно, очень здесь прекрасно стоять и очень хорошо. Как-то так. Артемишка там отписывается еще, вон, с пацаном, которым мы ехали. Выгружались вместе. Ну, пока мы стоим, ожидаем. О, мы с Тимофеичем сегодня зажигаем. И вон наша гриль. Мы готовимся к грили. Запалили. Выходной. Сейчас будет стол уже приготовили. Мой велосипед пробитым колесом лежит. Гадость. Все. Готовим хавать. Отдыхаем. Пошел пивасичек. Грилька. У нас. Давай, Тёмич. Всем хорошего выходного. Как у нас. Все, вот так мы присели, ребята. Водочка, пивом попили, пора водочкой, поляну накрыли в процепе, по-шоферски, как-то так, с темечкой.